Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре очередная посылка из Китая. Вскрываем. Итак, пришли сверла. Диаметр от 0, по-моему, 2,5 до 8. Сверла отличные, дорогие друзья. Вот посмотрите, у меня, я их уже сюда положил в бокс, но я ими пользуюсь еще раз не первый год. Есть сверла, которые я уже затачивал, подтачивал из-за от этого же продавца. Некоторые сверла сломал по своей глупости, ну не без этого. Вот я очень рекомендую, это недорого. Вот, допустим, сверло я подтачивал, не знаю, видно, не видно. Ну, живое, по сей день все работает. Вот еще одно сверло. Ай, убежало. Не, вот. Вот то же самое. Вот такое есть. Это у этого же продавца я заказывал. Тоже оставлю ссылку в описании. Оно живет у меня уже очень много. Уже, не знаю, наверное, года 3 точно. Видите, уже грани боковые некоторые стесались. Оно здесь уже не острое, но все равно живет, режет, свою функцию выполняет. И даже кончик не обломался. И, кстати, я заказывал там 3 в комплекте. У вот такого сверла, который чуть поменьше, кончик обломался уже. Я его перегрел. Но опять-таки, это не по вине изготовителя. Это по моей собственной. Я им делал не то, что надо, и перегрел. Значит, ну, на самом боксе тоже оставлю ссылку в описании. Бокс очень удобный. Пожалуйста, заказывайте. С этой стороны у меня сверла, с этой стороны мечики и так далее. Большие сверла. И внутри дрель. Ну, обычно еще и болгарка, но на данный момент болгарка находится в таком состоянии. Болгарка борт. Ей 3 года. Она сделала 2 ремонта в 2 квартирах. И у нее навернулась, сгорела обмотка. Я ее буду перематывать, потому что у меня есть вот такая вот проволока. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Всем спасибо. Пока. Заказывайте себе сверла. Всего доброго. Счастливо.